Всем привет! Итак, с 21 мая, после небольшого перерыва, снова запускаю тренинги. Будет еще одно рекламное видео. То есть это не просто рекламное видео, это видео, в котором я вам предлагаю выбрать тему. Тему тренинга, в котором вы хотели бы участвовать. Почему с 21 мая? Ну, во-первых, сейчас у нас наступает День Победы. Во-вторых, кое-какие темы мне требуется серьезно подготовить. То есть у меня есть материал, но я его для тренинга не адаптировал, не обрабатывал. То есть чтобы я успел как следует подготовиться к этой работе. Смотрите под видео Google форму, изучайте, что вам интересно, заполняйте. Ну, мы с вами свяжемся. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Записывайтесь.